Всем привет, с вами Евгений, mobiltelefon.ru и распаковка смартфона Alcatel OneTouch Idol 3. В руках у меня коробка с версией 4,7 дюйма для тех, кто любит поменьше, ну а те, кто любит побольше, наверняка заинтересуются моделью Alcatel OneTouch Idol 3 5,5 дюймов. Вскрываем. Готов к любому повороту. И так, и эдак. Иголочка для лотка SIM. Документация. Кабель. USB, микро-USB. Зарядка. 1 ампер. И последнее не по важности, а по очередности, гарнитура JBL. Дополнительные насадки. Кабель плоский, гарнитура смотрится симпатично. Обязательно расскажу о звучании в обзоре. Кстати, компания JBL не только позаботилась о комплектации, но и поработала над звуком моделей Idol 3. Большой Idol 3 пришел ко мне без коробки, я его уже настроил, но вот маленький настрою при вас. 4,7. Такой звук был, будто заряд маленький и придется заряжать. Нет, нормально. Для начала нам предлагается выбрать язык. Куча их. Выбираем русский. После подключения к Wi-Fi телефон предложил загрузить обновление. Соглашаемся, конечно же. Экран не кажется ярким, наверное, необходимо поднять. И автояркость, если она стоит, надо отключить. Давайте установлю ПО скачанное и вернусь. Итак, обновление успешно установлено. Давайте взглянем, какая версия ПО стала. .0.1.0.0.3. Версия Android 5.0.2. Больше ничего. Взгляните на устройство рядом. Собственно, большой — это копия маленького. Инженеры компании даже не потрудились опустить кнопку питания у большой версии пониже, слишком высоко она. Фишка телефона заключается в симметричности лицевой стороны, можно пользоваться вверх ногами, то есть вытаскивайте из брюк любой стороной и пользуйтесь. Интерфейс полностью адаптируются клавиши громкости, микрофоны, динамики. Телефоны довольно существенно отличаются аппаратно. В диагонали 4,7 и 5,5 дюймов, но разрешение 720p и 1080p. Основные камеры идентичны, по 13 мегапикселей с диафрагмой f2.0, фронталку 4,7 5 мегапикселей, у 5,5 8 мегапикселей. Младшая версия получила 1,5 гигабайта оперативной памяти, старшая 2 гигабайта. У младшей версии Snapdragon 410 процессор 4-ядерный, у старшей Snapdragon 615 8 ядер. Батареи разные, 2000 мАч и 2910 мАч у 5,5-дюймовой версии. Объем внутренней памяти зависит от числа сим-карт. 4,7 – 8 гигабайт у односимника и 16 гигабайт у двухсимника, 5,5, 16 и 32. При этом односимочная версия поддерживает microSD, а двухсимочные, по всей видимости, нет.
но зато там памяти в 2 раза больше. Приложений предустановлено немало, а наиболее интересных я поведаю в подробном обзоре. Впечатления от камер и звука, которые нахваливает Alcatel One Touch, тоже будут в обзоре. Не пропустите. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, mobiltelefon.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания.